В Видновской районной клинической больнице с 1 января в детской хирургии стало больше на 10 коек. Отделение обслуживает население городского округа Домодедово, Ленинского района, Ступино, Каширы, Серебряных прудов и близлежащие территории Московской области. Наш район увеличился, у нас произошло укрупнение округов, поэтому детишек, разумеется, очень много. У нас очень много молодого населения. Разумеется, они все приходят к нам. Казалось бы, 20 коек вроде как недостаточно, но с учетом того, что у нас проводятся в том числе и высокотехнологичные хирургические операции, койка день сокращается. Поэтому мы успеваем обслуживать всех. Александра Мумина с дочкой Викторией в больнице всего 3 дня. Ушли бы раньше, но врачи решили понаблюдать за девочкой после операции. Мы с обеда пятницы, но она проснулась очень хорошо от наркоза, и как бы все хорошо. Просто смотрит, чтобы все было. Да? Не отпускает нас домой, приглядывает за нами. А так нет, мы домой уже убежали прям сразу. Доброе утро. Доброе утро. Как вы себя чувствуете? Привет, какой? Прекрасно. Все хорошо? Температурки нет? Нет, температуры нет. Повязочка чистая? Все хорошо. Виктория Жиронкина работает в Видновской детской хирургии всего чуть более 2 недель. Она переехала из Орла, где трудилась в научно-клиническом медицинском центре. Теперь молодой хирург оперирует маленьких пациентов в Видном. В данный момент у нас 18 деток в отделении лежит. Ежедневная операция со вторника по пятницу включительно. 2-3 деток вступают на плановое оперативное вмешательство. Сейчас мы начали уже оперировать лапароскопически, делаем герниопластики детям 2 методиками. В принципе, все хорошо, результаты хорошие, достаточно успешно. По сравнению с прошлым годом, количество операций увеличилось почти на четверть. Теперь в детской хирургии ежемесячно проводится порядка 40 оперативных вмешательств. Сюда едут не только из близлежащих районов, но и из Москвы. Есть сезонность определенная всегда во всех больницах. Но у нас всегда есть запас коек. Не было еще случая такого, чтобы кому-то мы отказывали. Мы принимаем всех. И поэтому места есть у нас всегда. В настоящий момент детская хирургия функционирует на базе 2-го хирургического отделения Видновской районной больницы. Но уже сейчас есть далеко идущие планы. В перспективе открытия полноценного детского хирургического отделения планируется 20 общехирургических коек и 10 травматологических. Планируем тоже начинать активно работать с передовыми последними технологиями. Всем мы владеем. По словам Виктории Жиронкиной, также планируется увеличение штата специалистов детской хирургии. Максим Козлов, Владимир Бижонов, Ольга Садовская, Видное ТВ.